Михаил Мишустин отчитался сегодня в Госдуме о работе правительства. Он сообщил, что в 2021 году Россия вышла на допандемийные экономические показатели. Объем ВВП увеличился на 4,7%. На рекордные показатели вышел не сырьевой, не энергетический экспорт. Наибольший вклад в рост экономики внесли промышленность и торговля, в основном за счет внутреннего спроса. В целом, за два пандемийных года темпы роста российской экономики в 5 раз выше, чем в развитых странах. А уровень безработицы в стране к сентябрю 2021 года показал исторический минимум – 4,3%. Продолжались ремонты и переоснащение медицинских учреждений, строительство школ и детских садов. Дорожное строительство в России идет опережающими темпами. Но сейчас перед страной стоят новые вызовы. На Россию наложено свыше 6000 санкций. Все это было тщательно спланировано, и авторы этой стратегии рассчитывали, что санкционный шторм за несколько дней разрушит нашу экономику. Их сценарий не сбылся. Наша финансовая система, а это кровеносная артерия всей экономики, устояла. Правительство обозначило для себя 5 приоритетов на краткосрочную перспективу: обеспечить бесперебойную деятельность предприятий, расширить свободу предпринимательства внутри страны, поддержать тех, кто особенно уязвим, обеспечить насыщенность рынка товарами, оказать меры поддержки, необходимые каждому сектору экономики. О том, что в Тюменской области все принятые меры поддержки эффективно реализуются, сообщил Александр Мор сразу после выступления главы правительства. Губернатор подчеркнул, что в регионе отмечается устойчивый рост индекса промышленного производства, причем за счет обрабатывающих отраслей. Удается сохранять стабильную ситуацию на рынке труда. Сохранение рабочих мест и доходы людей – главная задача, и правительство Российской Федерации работает над расширением свободы предпринимательства. В частности, введен мораторий на все проверки, не касающиеся вопросов безопасности и здоровья граждан. Вот эти вот меры, они очень действенны и положительно оцениваются со стороны предпринимательского сообщества региона, поскольку с момента введения санкций и с момента начала сбора всех предложений, предложение по введению моратория, оно было практически во всех, то есть от всех и деловых объединений,